Всем привет, дорогие друзья! У многих, наверное, бывала такая ситуация, кто покупает недорогие китайские часы вот такого формата и аналогичных других форматов, вот такие даже часики. Возникает проблема, что батарейка разряжается, и что делать дальше? Ну, сейчас короткое видео о том, как заменить батарейку. Все очень просто. Нам понадобится канцелярский нож или другой нож. Ну, посмотрите, что у вас есть под рукой. То есть, не обязательно иметь какие-то специальные инструменты. Какая суть? Нам необходимо снять вот эту крышку заднюю, и все. Берем канцелярский ножик и смотрим, где у нас здесь разделение. Да, то есть, вот эта задняя крышка с основанием соприкасается. Вот так вот аккуратненько канцелярский ножик раз. И эта крышка у нас слетает. Поддеваем аккуратно. Кто-то пользуется пинцетиками, кто-то какими-то отвертками и так далее. Надо чем-то вот потоньше. Нож самое то. Ну и вот, собственно, наш механизм аккуратненько он здесь расположен. Здесь батарейки вообще нет. Ее можно поставить. Какие батарейки у нас здесь идут? Идут у нас вот такие вот батареечки. Обычно в китайских часах это AG4 или другие маркировки. Я их просто вот здесь разрезал. То есть это LR66, LR626 или 377. Или основная маркировка это AG4. Такого формата. Таким образом, она, собственно, сюда вставляется. Давайте покажу на вторых часах. Здесь, то есть, в принципе, аналогично. Аккуратненько поддеваем. Также вот этим ножичком-резачком. Все, открылась крышечка. Мы крышечку открываем. Вот так здесь расположен этот механизм. Аккуратненько достаем вот эту пластиковую часть. Отдельно от механизма. Механизм нам нельзя доставать ни в коем случае. Вот у нас батареечка. Теперь ее поддеваем, можно это сделать при помощи такого пинцета, можно сделать при помощи того же ножичка как-то аналогично. То есть держим механизм и батареечку эту изымаем отсюда легким образом. Здесь вообще имеется вот такой вот зажимчик, его надо отогнуть и батареечку эту достать. Сейчас я покажу. Вот эта вот часть, то есть она отгибается и батареечка у нас вызволяется, так скажем. Ну вот таким вот образом можно снизу. Все, батареечку мы достали. Теперь берем новую. Здесь, кстати, маркировка на ней, на этой батарейке LR626. Ну, здесь очень мелко, не видно будет. То есть, это вот как раз-таки вот эта вот батареечка. Мы, соответственно, берем новую батареечку. Просто вставляем аккуратненько. Вот так вот, чтобы видно было. Вот так ее раз и зажимаем. Все, мы ее вставили. Дальше устанавливаем вот эту пластиковую защиту, так же, как она была здесь установлена. Таким вот образом она здесь служит для фиксации самого механизма, и также она дополнительно фиксирует батареечку. И все, берем мы вот эту часть заднюю. Здесь вот на ней есть прорезь, у некоторых есть, у некоторых нет. Короче, поставить надо в таком же положении, как и доставали. И аккуратненько ее вот так ставим и просто закрываем до щелчка. Все. Щелкнуло у нас все. Это самые простые, недорогие часы. Все они работают по одному и тому же принципу. Эту тоже вот давайте закроем. Так, у нее тоже вот кайма. Вот, стоят там, ну, на Алиэкспресс такие продают, в переходах, я не знаю, в ларьках. Цена там, ну, рублей там 200-300 таких часов. И как мы видим, то есть все это дело без проблем. Батареечка меняется, можно эксплуатировать дальше. Не надо нести никуда, чтобы вам заменили батарейку. Вот такая батареечка стоит там 6-10 рублей. В принципе, это вполне себе сносно и легко. Меняется все при помощи вот такого канцелярского ножика или любого другого острого такого предмета. Там может быть это пинцет, может быть это кухонный нож, может быть еще что-то. Ну и все. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.